сегодня мы назовем имена тех спортсменов, европейцев, которые к нам приезжают. И все внимание в этот момент будет на Олега. И еще сегодня мы назовем тех именитых гостей, которые к нам приедут. Мы сейчас официально представляем позицию, да, то есть по участникам так называемой четверки в составе турнира K1 Maximum, да, и соперников Затова Юрия, нашего тверского спортсмена, и Васильева Кирилла, нашего тверского спортсмена, представляющих профессиональный бойцовский клуб «Челленджер». Это соперник с Чехии у Затова Юрия Иво Царх и соперник из Австрии у Кирилла Васильева Флориан Бартл. Соответственно, данные спортсмены начинают четверку в парах Иво Царх, Затов Юрий и Васильев Кирилл Флориан Бартл. Напоминаю, что выигрыш спортсмены, которые выигрывают в данных парах, в этот же день в рамках турнира определяют победителя, боксируют второй бой за звание чемпиона международного турнира K1 Maximum. Также известно имя претендента на звание чемпиона мира из Германии. Это Андреас Бастрон, который будет боксировать с нашим тверским спортсменом, также являющимся претендентом на звание чемпиона мира среди профессионалов по версии WKF Малафеевым Александром. На данном мероприятии у нас присутствует Роман Гудочкин, это, ну, скажем так, наш хедлайнер по блоку смешанного единоборства. По смешанному единоборству мы, ну, я как бы не то, что не оглашаю, да, то есть пары, да, то есть у нас сейчас формируются составы, да, то есть окончательные, но могу озвучить только следующую позицию, то, что в смешанном блоке смешанных единоборств будет представлено 4 тверских спортсмена, это Гудочкин Роман, Бурмак Владимир, Ахтемиров Тимур и Седов Дмитрий. То есть 4 человека, которые будут представлять на нашем регионе блок смешанного единоборства. То есть будут выяснять свои отношения с соперниками из известного московского бойцовского профессионального клуба Golden Team. Выяснит отношения в рейтинговых поединках. Формула боя 3 раунда по 5 минут. Однозначно любители отличаются от профессионалов. Дистанция больше, соответственно, раундов тоже у меня будет гораздо больше. Буду работать 5 по 3. В общем, это первый раз я буду работать такую дистанцию. Вот. Ну, я считаю, что вполне готов и смогу дать отпор своему сопернику. В общем, а по поводу Андреаса Бастрона. В общем, соперник выше меня. Ну, однозначно. Ни одного соперника не было даже моего роста близко. Вот. Знаю, что он является уже, имеет титул чемпиона мира по версии, по той же версии, по которой мы боксируем. Вот. Ну, буду сближаться, буду работать первым номером, стараться обыграть его, перебить, что на дистанции с ним однозначно не получится работать.